Шокирующие кадры из квартиры, в которой маленькая девочка находилась одна несколько дней без еды. Компанию ребенку составляли только собаки. Малышка не выдержала, открыла окно и стала звать на помощь прохожих. Они и вызвали полицию. Взору стражи порядка предстала запущенная и невероятно захламленная квартира. В холодильнике бегали полчища тараканов. Никаких продуктов мать девочки и голодным собакам не оставила. Сваленные горы грязных вещей, пустая собачья посуда на столе, разрушенная ванна, жуткий запах экскрементов. С животными, по всей видимости, не гуляли несколько дней. Соседи поговаривают, что раньше с семьей жил отец, и якобы мужчина занимался дочерью. Сейчас в ситуации разбираются органы опеки Калининского района, которые раньше почему-то не обращали на нее внимания. Не исключено, что историей заинтересуются надзорные и правоохранительные органы.